Мэрия требует убрать шлагбаумы, паркоматы, будку на улице Спасской. Предупреждение размещено на официальном сайте горадминистрации. Власти указали, что на участке, который находится в муниципальной собственности, установлены незаконные металлические объекты. В ближайший месяц их необходимо демонтировать. Администрация Октябрьского района обращается к собственнику указанных металлических объектов с требованием об освобождении земельного участка своими силами в течение 30 дней с даты публикации данного сообщения. Ранее парковка на улице Спасской была платной, но около года назад после вмешательства прокуратуры ее прикрыли. До этого шли многолетние разбирательства. Сделку об аренде как раз и проверяло надзорное ведомство. Выяснилось, что аренда является фиктивной. В 2020-м прокуратура вынесла горадминистрации представление об устранении нарушений, но чиновники решили сделать все по-своему и заключили новые арендные отношения. Тогда за дело взялся суд, и в декабре 2020 года у компании «Паркинг» появилось новое обязательство – уйти с муниципальных земельных участков на улице Спасской, где и располагалась парковка.